Готовим молочные лепешки. Берем 100 грамм сливочного масла и растапливаем 3 минуты при 70 градусах на скорости 1. Убираем в сторонку. Берем 200 мл молока, 100 мл воды, 30 грамм сахара и нагреваем 3 минуты при 40 градусах, скорость 2. Добавляем 5 грамм дрожжей и оставляем на 10 минут. Наша опара готова. Добавляем 650 грамм муки. Два яйца, чайную ложку соли, наше растопленное масло. Перемешиваем 3 минуты в режиме колосок теста. Из полученного теста, предварительно смазав руки подсолнечным маслом, формируем шарики. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Накрываем полотенцем и даем настояться минут 30. Затем пальцами формируем углубление в виде лепешки. Прокалываем вилкой. Смазываем яйцом. И посыпаем по желанию кунжутом. Отправляем в духовой шкаф при 200 градусах на 20 минут. Наши молочные лепешки готовы. Приятного аппетита! Готовьте вместе с Thermomix ваш консультант Айгуль.